Центральная Азия – одна из важных площадок для мусульманского совета старейшин. С сегодняшнего дня представительство международной организации, ориентированной на укрепление межрелигиозного диалога, заработало и в казахстанской столице. Кроме того, совет намерен провести в нашей стране форум центральноазиатских СМИ. По мнению главы мусульманского совета, форум сыграет важную роль в дальнейшем сохранении стабильности и толерантности в диалоге стран региона. Совет старейшин осуществляет свою деятельность в ряде стран Центральной Азии. Казахстан выбран не случайно для открытия здесь представительства нашей организации. Это начинание имеет стратегическое значение. Казахстан – один из духовных и культурных центров в регионе. Страна с богатейшей историей. 20 лет нашей совместной работы показали, что Казахстан является значимой площадкой межрелигиозного диалога.